Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Samsung Galaxy M34. И сейчас я покажу вам, как поменять обои. Итак, для этого мы сводим два пальчика на экране, либо зажимаем палец в пустом месте экрана и выбираем обойный стиль. Здесь мы нажимаем «Изменение обоев». И теперь мы можем выбрать либо рекомендуемые обои, либо из галереи что-то выбрать, либо графику, либо цвета, либо динамическую заставку. Вот, выбираем какие-нибудь обои. И можем выбрать, на какой экран мы хотим установить. Нажимаем «Далее». И если нас все устраивает, мы нажимаем «Готово». И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.